Вить, в твоем плейлисте какие сейчас треки лидируют? Что сейчас слушаешь? А знаешь, не поверишь, я. Мне очень понравилось последние, наверное, пару песняков, хотя я далек от этой музыки, Дима Билан. Тебе, наверное, маечка его понравилась. Нет, он мне вообще не нравится, ну, как песняк. Знаешь, кто мне еще понравился? Ты ж вроде говорил, Сережа. Клава Кока, ёпта, мне понравилось. Ага. Ты вроде говорил, Сережа Лазарев там хороший. Mm. Когда его самого не видишь, а слушаешь, тогда да. Ага. Модную музыку никакую там не слушаешь, блин, типа я их не Little знаю. Big там и прочее, не? Я не знаю, что в них находят. Нет, послушать могу, но я далек от этой хуйни. Я думал, ты все по мальчишнику убиваешься. Нет, нет. Ну, понятно. А так... А нет, какие-нибудь такие певицы появились модные, нет? Хорошие. Дорофеева, ёпты. А кто это? А что-то не видел? Конечно, я телек не смотрю. Есть там одна, блядь. Че поет? Ой, ты, попса такая. Ну, видно, либо у нее трахарь путевый, либо... А, папа, то, я понял, это из разряда поющие трусы, короче, да? Да. Кого я ненавижу, это Лободень. Господи, такое животное, некрасивое, что в ней находят, блядь, я не пойму. Ну, голос, может, у нее и есть. Ага. Ну, сиськи есть, ноги такие, как у анорексички, ёпты. Кстати, у Клавы Кока такие же, ёпты. Ну, нравится тебе Кока. Что за Кока? Ну, она с этим, как вы, знаешь, есть такое, растатуированный бодибилдер, ёпты, это какой Нилетто, ёпты. Типа как Тарзан, блин. Ну, не знаю, может. Подожди, у Тарзана что за тёлка пела «Жёлтая тюльпа»? Королёва, Тарзан с Королёвой. Да, они уже, блядь, там сейчас у них сын. А, сегодня еще день рождения у этого, как его, у Родика Хазманова, ёпта. У меня он в памяти остался, как мальчик, который пел «Люси». Да, про дохлую собаку. О, «Люси». Про дохлую собаку? Я не знаю, дохлая. А, так это песня про собаку. Да. Твою мать. Я думал, это что-то другое. Нет, пропала собака, погонял «Люси». А, погонял «Люси». Это история про мальчика, короче, который потерял собаку, и плакал. Да, которого не любили родители. А, его еще родители не любили. Ну, какой человек запустит? Если Газманов сказал, он, говорит, зарабатывал в свое время больше, чем я. Газманов? Ну, это же сын Газманова. А. А он уже, сейчас вырос. Ну, 40 лет сегодня. А он песни еще какие-то поет? Опять про Люси, что ли? Нет, другая хуета. Он одно время был каким-то ресторатором, по-моему. Ага. А сейчас, хули на деньгах, почему нет? Ну, все равно мне не нравится. Я, знаешь, в последнее время вот смотрел, помнишь, в феврале закончилось, по-моему, или в марте, как там, «Маска» называется. А, да, было такое. Да. И меня взбесило. Вот это было сделано, вот первая, да, рок-н-ролл. А вторая, вот когда «Крокодил» этот выиграл, Джонни, певец, ёптамир. Не знаю, еврей он или какой-то кавказец, я хрен. Но мне очень это не понравилось, когда все уже знали, кто выиграет и кто... Фуфло двигает. Да, да, первое было, да, мне очень понравилось.